Алло, здорово. Ну Здорово, что, как ты там? парень. Братан, ну, жесткая хуйня, впереди еще что-то, по-моему, жестче, жестче, жестче. По месту не могу рассказать, зато буду, приеду, дай бог, короче, рассказывать буду. Ты охуеешь, Ну да. у тебя твои лысина подымется выше, чем на лысоголовых. Офигеть. Я командование видел последний раз только нахуй, полтора месяца назад, короче. Вот так вот, короче, нашли в хохлядской разведке, короче, спальники, спиздили эти спальники. Теперь у меня новый спальник хохлядский, короче. Теплый, новый. Огонь, слушай, ну там-то некачественно делают. Ну, да, там короче. Там не магнитовский даже за 600 рублей, блин. Братан, я его нахуй отдал в третий день, все пизда, улетел нахуй. На воле хлеба. Короче, так все хорошо, блядь, но, блядь, братан, пи***ц, это не война, это пи***ц. Это полная хуйня. Вот так вот. Да, ну я там смотрю, но там, ну что пишут, ну что там, полный беспредел вообще. Да, что да, 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 да. Непонятно. Я тебе говорю, что всем на всех пи***ц, всем на всем до пи***ц, идите, живите в каналах, уройте ямы, пи***ц, живите там, нахуй, пошли нахуй вообще, это ваша должность, пи***ц. Все, весь ответ руководства. Вас 300 тысяч, короче, по***ц. Вообще, ну, как бы, вас такие я, заебись просто. Поэтому не смей сюда идти и знай, что, ну, это в полное дерьмо. Только на первом канале, танки, пьянки, тут нет ни хуя, братан. Ой, слушай, это даже... Ты не понял меня, там. Тут нет ни хуя, тут у тебя еды нету, ты пьешь в лужу, короче, понял.